Ну там просто пиздец мясо, блин. Там его разорвать нахуй делать нет. Так, да, Миш, надо сегодня разрывать, блин. Потому... Все, все, Леш, все, я понял. Не, я сейчас вот игрой постою, я не буду сейчас сначала бегать в атаку. Возможно, не буду. Короче, бля, 120 Гц, блядь, как охуенно. Поехали. Так, значит, поднимемся. Так, давайте, если фланг кроют, туда на калаша буду играть. Давай. Нормальная форма. Да, они отходят. Растянь. Это может быть опасно. Отличный удар. Шкартел спасает команду, голкипер. С очень хорошей позиции удар наносился, и каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Так. Все защитники назад. Кроме ЦЗ. Так, я не пойму, там на центре кто у вас на дальней будет открываться? И решили разыграть побыстрее угловой. Шкартел. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Хорош. Это угловой. Коль, на полукруг. На полукруг, Коля. Скидочку, Коль. Блять, никому не пришло. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Уверенно сыграл на перехвате. Да еб, ну как? Как вот это вот происходит, блять, раз за разом? Точно не моя, блять, хуйня. Это вообще центр поля был сейчас. Просто одной передачи нас разрезали, блядь. Зачем так было низко играть СЗшнику, я вообще не понял. Вот там как бы, блядь, вообще был офсайд. Поднимайся. Пиздец, блядь. Давай. Шкартел. Ёп. Так, нападающий не спускаемся, назад отыгрывают. Не спускаемся, нападающий. Посмотрим за этой атакой. Буфон. Ой, блядь. Ушел мяч, аут. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Пытается защита выбить мяч. Надо сравнивать. Блин, почему офсайд? Немного поторопился. Потому что мистер офсайд. Давай. Блять, сука. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Игорь, никто не прессингует, не торопись. Смотри. Они кроют неплохо здесь. Пас, вон, что делаешь-то? Шкартел. Закинул. Опоздал, походу. Находит эта передача адресата. Опасно может быть. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Хороший вратарь Скони. Хороший пас во фланг. Игорь, ближе, далеко это стоишь. Защитника он сыграл надежно. Как вперед идем, ты стой так, чтобы тебе хотя бы... Он тебя видел для мощного паса назад. Нет, я сам с ним. Тут есть адрес у этой передачи. А вот сейчас может быть опасно. Да нет, там пенк. Там ты сзади шибанул его по ногам. Йо. Да ну нахуй, блядь. Чё не повезло.
грамотно положил мяч в ворот. Хороший гол, просто замечательный удар. В той игре пенальти, в этой пенальти, блядь. Давай, в центр отыграй, давай. Две атаки, две гола. Ну как так-то, блядь? Не спускаться. Игорь, сразу с ним плотнее играй. Здесь. Ну вот стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Хорошо. Лёха, играй со своим крайним защитником сразу. Я вообще, по-моему, одну пасу не знал, если бы ты здесь. Вот тебе представляется возможность. Угу. Двигай, двигай, двигай. Неплохо действует игрок, мяч отобран. Ну, бля, пиздец, все в атаке закрыто, нахуй, ну хоть убейте. Ну через дом играй. Да не мешай, нахуй. Нужно идти в атаку, блядь. Меня. Напрашивался этот пас, через центр сложно пройти. Пиздец, блядь, мы... Как не было офсайда, ребят, что вы там делаете? Все, Миша, помолчи. Ну, в смысле, ну... Ну, а что теперь толку-то, блядь? Я кто... Ты понимаешь, кто-то из СЗшников стоит на месте, стоит, играет около нашей штрафной. Он искусственно офсайд, вся команда делает, один СЗшник стоит и, блядь... Все, Миша. Сейчас на фланге быстро разыграли, а потом отскочил от нашего игрока, поэтому не бросали. Калаш, низко играешь, играй по позиции, чё ты здесь трёшься, блядь, в опорке? Теперь в атаке соперник. Это может быть опасно. Отличный удар. Блокирует защиту удара. А, блядь, хуёво. Да-да-да-да-да. Все верно, края надо чаще задействовать. Уходит в центр с фланга. Надо было забивать. Совсем не обязательная потеря. Кастро. Может получиться интересная атака. Морейра Мариньо. Да, бля, куда? Терри. Кастро. В этой атаке оборону пройти не удалось. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Мяч потерян, отличный перехват. Есть шанс развернуть контратаку. Отлично играет на выходе голкипер. Да, ни секунды не медлил и все сделал как надо. Чё, почему, блядь? Чё, блядь? Вообще не понимаю, что происходит. Чё ты поднимаешься так высоко на пасы? Для вратаря такие удары размешиваются. Тут немного силовой борьбы, но мяч он пока сохраняет. Пока неплохо. Блядь, удар. Опять проскочил. Мимо бьет его. Посмотрите, посмотрите, как он переживает. Ну и вот желтая карточка, то есть горчишник. Первое и последнее, так скажем, китайское предупреждение. Тут может что-то получиться. Ну что же? Все отскоки мимо, блядь. Нет, они по сути просто реализовали то, что было еще. Пенальти, отскок и контратака. А, первый и третий гол, это, блядь, задержался защитник, блядь. Можно потом запись пересмотреть. Первый твой практический гол. Нихуя.
Не, он может быть отчасти мой, блядь, но там тот факт, что ЦЗ задержался. За спину не мне забежали. Лагайте, наверное. Давайте, ладно, есть время. Вперед, блядь, целый тайм. Активнее, активнее там, блядь, ближе к мячу. Ближе к мячу. Они сейчас нас за игроков считают, так что давайте. Посмотрим за этой атакой. Защита справляется. Мяч переходит, шанс центр. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Ударище просто. И удар должен поставить. Хорош. Давай, камбэком это говно. Хорош, хорош. Два мяча немного. Тем временем у нас 3-1. Иньеста, Лука. Атаки может получиться что-то стоящее. Миш, проще. Спас он своих блестящих сын. Блядь, куда не летит тут? Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Это центр. Блядь. Да не подключайся. Зачем ты сюда пришел? Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Хуйню неси, Макс, пожалуйста, хорошо? Давай ты, блядь, следи за собой, играешь. Ну, знаешь, блядь. Ну, она... А ты как, охуенно играешь, честно, ЦП? Всё, всё, замолчали, Миша. Не, на ЦАПе у тебя вообще вопрос. Ну, блядь. Ну, блядь. Я не являюсь охуенным, ПЗ, блядь. Так я тебе говорю, оставайся сзади. Атаке, но арбитр поднял флажок и зафиксировал положение вне игры. Давай легко на себе. На Макса давай забросим. Сильнее лег. На Макса, что ли? Неплохой заброс вперед. Это может быть опасная атака. Шкртел. Какой удар! Целил в угловой флаг, похоже. Это может быть опасно. Блять, ну. Макс, со мной отыграйся, я под тебя сейчас. Вперед, вперед, вперед. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Нормально, здесь. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Ниже, ниже, ниже. Может получиться интересная атака. Судья показывает на угол поля. Мяч летит в центр штрафной. Скидкой и пробил. Спасает команду голкипер. Отличный удар. Положение вне игры. С Игорем попробую разыграть. А, нет, блядь, ну, давай Максу, да, не, ну, на. Да, Макс, да, давай, давай, давай. Напрашивался этот пас. Блядь. Через центр сложно пройти. Сука, ну я, блядь, думаю, сейчас уйдет. Ну. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Отлично сыграно, надо решать. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. В центральной зоне... Макс, со мной снова ты гайся, я же снова открыт. Ну ты что, меня специально что ли? Давай-давай. Так получилось. Разворачивайте, ребят. Лёх, не надо туда бегать. Здорово играет голкипер, из хорошего положения
удар соперник, но вратарь молодцом. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Атака продолжается. Ром, на него, Ром. Вот и Макс пассируется, и ты пассируешься. Ну как там разберите игроков? Макс, ты слишком много пассируешься. Блять. Ждем угловой. Вратарь там стоит. Конечно, очень здорово сыграл вратарь. На этого будет на 13. И прямо в центр штрафной мяч летит. Переправляет мяч. Голкипер забирает мяч. 15 минут до конца основного времени матча. Тут может что-то получиться. Терри. Ну так нельзя играть вблизи своих ворот. Не стал ничего придумывать защитник, просто вынес за боковую. Я лежу. Где вот? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Перехват в центральной зоне. Этот удар опасности не таил. Слежку уж далеко на ворот. Не точно. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Шкртел. Да что ж такое-то, блядь? Просто ноги, да. Действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Это может быть опасно. Опасно! Это мог быть его дубль сегодняшней встречи, если бы не вратарь. Ну, не думаю, что форвард на этом успокоится и будет искать... Сим. Защита справляется. Хороший Гарик. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отлично. 3 минуты будет добавлено. Да ёб твою мать. Ощущение, что он, блядь, тонну, сука, весит. Он вообще нихуя не весит. Умение действовать не только на ленточке. Это одна из основных задач вратаря. Да, вовремя он вышел из ворот и сыграл просто идеально. Да тфайт нахуй, пас. Вот честно, я не хотел этот финт, Макс, я на тебя дал сказать сейчас. Не, вот понимаешь, просто первый гол я даже не забегал вперед, я тебе так скажу. Я просто, как сказать, блядь, я стоял на дефолтной позиции, он как-то забежал между, блядь, а хуй знает. Как-то забежал, нахуй. За спину, потом имеется, знаешь, никуда. Ну вот более-менее нормальная команда, блядь, все пиздец, ошибок не прощает, нахуй, и пизда, блядь. Я хочу поставить этот гол. Блять. Так, это, блять. Сука. Короче. Ну понял. Мне надо было уже сыграть. В первом голе мне нужно было ужас играть, потому что, блядь, в итоге разрыв, блядь, между СЗшником и ПЗшником был охуенный. Он вот этот разрыв забежал, блядь, и все, блядь. В итоге он разрыв их выиграл. Ну как этот передачу выдал, это, блядь, пиздец. Там еще был угловой наш, поэтому я бежал со всей скоростью назад. Там... Нет, там... Там... Непонятно, почему Коля не перехватил этот пас, блядь. Тут это мне, блядь... Выбешивает нахуй. Как-то можно было его не перехватить, блять, хуй знает.
Хочу третий гол посмотреть, самый главный. Вот, где офсайд сейчас, третий гол. Третий гол там, да. Я что-то вот тут вообще не могу понять, погоди-ка. Кто еще мог сдержаться? Лёха там сдержался еще чуть. Прям на чуть. На фланге очень он быстро разыграл. Все, осталось один пас. Меня на розыгрыш потянуло, я упал. Ну я понял. Получился левый фланг. В третьем голе это там просто под своего отрикошетил. Ну да. Ладно, им проперло, блядь. Трех из трех голов, блядь. Не, постоянно.